Вклад в общее здоровье нации в Минске пункт вакцинации появился в торговом центре. Все желающие без хронических заболеваний и противопоказаний с паспортом могли пройти осмотр у врача и привиться российским спутником ВИ прямо во время шопинга. Сейчас в стране первый компонент вакцины получили больше 300 тысяч человек, второй – 179 тысяч. Задача – привить не меньше 60% населения. При этом в поликлиниках сейчас в первую очередь прививают пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Мы работаем, но мы на удаленке. Поэтому нам в коллективе, чтобы вот предложили, тоже варианта не было. Поэтому я решила свои желания исполнить, чтобы получить больше свободы. Экспобел перенял идею о бесплатных прививках от коронавируса у ближайших стран, где такие центры уже есть повсеместно. Вышли с инициативой к местным органам самоуправления и здравоохранения, чтобы создать подобную площадку на базе торгового центра и поучаствовать в программе вакцинации. Содействие властей не заставило себя долго ждать. Не ожидали такого большого наплыва людей. Старались максимально комфортно создать условия для работы этой площадки, подготовили сам объект, обеспечили всем необходимым. Значит, врачи прибыли в положенное время, вот, все были готовы. Одновременно с работой центра вакцинации работают и другие кабинеты в поликлиниках и других местах здравоохранения, но посетители торгового центра, видимо, посчитали эту площадку более комфортным местом. Внушительная очередь сформировалась еще за полчаса до начала работы. При этом волноваться, что можно не успеть, не стоит. Прививочный пункт будет принимать посетителей ежедневно до октября. Кроме того, в стране буквально после майских праздников начнется изучение популяционного иммунитета. Этот проект будут проводить совместно с Роспотребнадзором. Все желающие смогут в пунктах, которые будут определены для забора биологического материала, сдать, значит, свой биологический материал для исследования на антитела. По Минску планируется 3000 бесплатных исследований, по регионам 1500. Кроме того, Белорусское общество Красного Креста готовит волонтеров на случай вакцинации населения от ковид в прививочных пунктах, чтобы людям могли оказать помощь, если она понадобится сразу после процедуры.